Приветствую вас! Сегодня у нас 29 января, и я буду сегодня готовить хинкали. Грузинское блюдо. Ну, конечно, я не претендую на то, что я приготовлю так, как готовят в Грузии, но это такой наш вариант хинкали. Для хинкали нам потребуется мука. Вообще блюдо очень простое. Мука. Я беру 4 вот таких вот ложки. Не 4, а 8 ложек вот так вот с горкой. Это для теста, значит, мука, полстакана воды и ложку соли. Соль я опускаю сразу в воду, размешиваю ее. Это мы сделаем тесто. Для начинки нам хинкали понадобится фарш. Здесь у меня где-то около 300 грамм. Зелень. Здесь у меня укроп и петрушка. Зелень можно класть еще какую-нибудь, кто как любит. И соль. Чайная ложечка соли и чайная ложечка перца. Так, замешиваем тесто. Делаем такое углубление. И заливаем воду. Тесто делаем как на пельмени, как на лапшу. Сначала ложечкой, пока у нас это жидкое. А потом работаем руками. Тесто вымешать надо очень хорошо. Вот когда у меня до такого состояния доходит, я начинаю месить руками. Так, тесто мы вымесили, то есть я вымесила. Ну, вот такое вот получилось. Мягкое, пластичное, хорошее. И теперь мы его положим в целлофановый пакетик. Тут минут 10-15. Оно чуть-чуть расстоялось. Так, и теперь фарш. Фарш. Добавляем сюда соль и перец. Высыпаем нашу зелень. И все хорошенечко перемешиваем. Обязательно надо добавить водички, чтобы фарш был сочный. Потом, когда хинкали варится, чтобы появлялся сок. Добавляем воды. Не знаю сколько, ну, может быть, грамм 50. И хорошенечко все перемешиваем. Я люблю, чтобы хорошо было перемешано. Так вот. Можно сюда еще какую-нибудь добавить траву. Там, например, мелисунели. Но это на любителя. Нам этой вот травы хватает. Укроп и петрушка. Все. Так хорошо его надо пожамкать, чтобы он был как можно более однородный. И если он чуть-чуть суховатый, еще чуток добавить воды. Вот. Теперь вот хороший фарш. Такой он жидковатый и даст очень хороший сок. Так, тесто у нас готово, все постояло, мягонькое. Начинаем его, делим его пополам, пока одна штука. Потом я его так вот раскатываю. Колбаской. Для того, чтобы разделить на кусочки. Вот. Тесто очень такое мягкое, пластичное. И нарезаю вот где-то примерно как
каждый кусочек так вот делаем кружочки. И потом каждый кусочек мы будем раскатывать. Сделали шарики, и теперь каждый шарик мы раскатываем. Подпылили немножечко доску, и каждый шарик мы раскатываем на такие вот блинчики. Их не надо раскатывать не слишком тонко, чтобы они были, но и чтобы не слишком толстые были. Такие вот, ну вот где-то они, может быть, миллиметра два получается. И так раскатываем все шарики. Так, раскатали мы все шарики, и теперь начинаем формировать наши хинкали. В середочку кладем мясо и начинаем вот таким вот образом защипывать края. Чем больше защипов, тем лучше. Даже, говорится, там надо как защипов то ли 16, то ли 24. Ну, я не знаю, я раньше считала, у меня где-то 18 защипов получается, не больше. Вот так вот защипились. И вот эту серединку мы потом тоже защипляем. Так вот формируем вот такой вот мешочек. Тут хорошо вот пережимаем, чтобы потом, когда они будут вариться, ничего не вылазило. И делаем вот такую вот ножку. Вот. Вот такой вот у нас хинкаль получается. Так, раскатали, и теперь начинаем. Ой, ложка, кажется, есть. Начинаем формировать наши хинкали. На середку мы кладем фарш. Фарш хороший, я еще чуть-чуть воды добавила, чтобы он был сочный. И начинаем вот таким вот образом защипывать края. Чем больше защипов, тем лучше. Говорят, что там надо 24 защипа делать или 18, уже не помню. Я раньше считала, но теперь уже перестала. У меня где-то получается около 20 защипов. Так вот защипываем. Вот такая вот получается штучка. В середине дырочка. Эту дырочку нам надо убрать. То есть мы вот так вот сжимаем. И хорошенько-хорошенько вот тут вот, вот это вот горло мы зажимаем. Вот, сформировали хинкали. Это вот столбик такой, за который потом надо держать. И вот такой вот получается хинкаль. И таким образом лепим все. Вот я уже две штучки сделала. Так, вода у нас уже закипела. Чуть-чуть делаем потише. В воду добавляю немного масла. Ну, может быть, ложки 2 столовых. И аккуратненько по одному хинкали, по одной хинкалине опускаю. Варить надо минут 6-7. Когда они всплывут, чуть-чуть потише сделаю воду. Когда они полностью всплывут своим дном наружу, значит готовы. Ну, где-то примерно 6-7 минут. Ну и вот так вот получились хинкали. Горяченькие. Можно чуть-чуть их присыпать зеленью, а можно и не присыпать. Вот у меня здесь получилось 8 штук на одну порцию. Это даже больше, чем достаточно. Попробуйте. Блюдо очень простое и очень вкусное.